Облас. Такая лодка управляется одним веслом, движется почти бесшумно. А вот на берегу настоящий ажиотаж. Катя! Катя, давай, давай! С виду может показаться, что обласом управлять несложно, но деревянная долбленка очень коварна. Иногда бывает неподвластна даже опытным спортсменам. Набрать на борт воды можно и у берега. Торопятся, торопятся, вычерпывают воду. В соревнованиях для мужчин и женщин и детей разных возрастов отдельные заплывы. Есть и международные экипажи. Организаторы заявляют 13 стран-участниц. Среди них гости из Марокко, Уганды, Израиля. Некоторые перенимают опыт для использования на родине. У нас соревнования, как здесь в Ханты-Мансийск, нету. Я уже сегодня смотрел, как все происходит. Самая горячая борьба разгорается на мужском масс-старте. Победитель прошлого года Сергей Рускин уже традиционно в числе фаворитов на победу. И неудивительно, его род десятки лет занимается изготовлением обласов. Большинство этих долбленок сделаны Рускинами. Ремесло передают из поколения в поколение. Программу фестиваля, изначально запланированную на 2 дня, уместили в один. В первый не позволила погода, зато во второй атмосфера была что надо. Настроение замечательное, уникальное. Договорились о том, что будем мероприятие и дальше проводить с приглашением гостей. Югра всегда готова всех принимать в гости. Сегодня уже обсудили о необходимости создания условий для того, чтобы традиции передавались, для того, чтобы были мастер-классы и, возможно, целые образовательные программы. Западносибирские нефтяники ежегодно принимают участие в поддержке этих международных соревнований, равно как и в сохранении традиционной культуры народов Севера. Мы выделяем автотранспорт, это автобус для перевозки участников и болельщиков, а также грузовой транспорт для обласов. Главное этнографическое событие Югры с каждым новым фестивалем набирает все большую известность, популяризируя национальный вид спорта. И эта традиция будет иметь продолжение. Елена Шамшаева, Никита Рогозин при поддержке коллег из Ханты-Мансийска. События.